Когда пришли? На работе позвали. А что сказали, что за праздник? И вас пригласили. А где вы работаете? Кем? Я работаю в детском саду. А вы одна или с коллегами вместе? Я одна. Одна. Ну, до... коллеги тоже были здесь, стоят. Недалеко. Давно пришли? Ну, с 6. До скольки будете? Сказали, до 9:30. Угу. Ясно. Вот. Ну, как вам праздник? Такое? Ну, так. Вот когда был митинг в Тихановской, вот это было, да, это было огонь. Да, А вам как, предложили сюда прийти все вместе, или вас как-то заставляли, или это было предложение? В принципе, я и сама хотела прийти посмотреть, насколько здесь интересно, потому что висели плакаты, висели афиши. У нас возле подъезда, поэтому мне самой было интересно. А про то, что здесь должен был быть митинг в Тихановской, ну, они хотели здесь провести митинг, да, 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 знали? Да, я знала, и, в общем-то, пришла в надежде еще, что здесь, возможно, что-то еще есть, ну, то есть что-то будет.